Большое спасибо за то, что сразу после митинга, после протеста вы ко мне на лайвстрим подключились, подсоединились. Спасибо большое. Приятели, много ви моля да споделяте това видео, защото това, което Гела ще ни разкаже, според мен е изключително важно. Гела, давайте начнем с таким вопросом. Как вы лично понимаете термин «гибридная война»? Ну, гибридная война против Грузии идет с 89-го года. Это еще война советских спецслужб, поэтому это для нас не новость. Гибридная война, она ведется разными методами. Другое дело, что периодически эта гибридная война у нас перерастала в горячую фазу. Это было в 91-м году в так называемой Южной Осетии. Это было 92-93 год в Абхазии. Это было в 91-92 году прямо в центре Тбилиси. Потому что гражданская война, которая была в центре Тбилиси, она тоже была инициирована КГБ. Да. И это было в 2008 году прямая агрессия. Все другие времена из Москвы пытались сделать так, чтобы, в общем-то, Грузию как-то подчинить своему влиянию. Понимаю. Вы ответили на мой второй вопрос. Первый вопрос был о гибридной войне в принципе. И как вы думаете, в чем выражается гибридная война по отношению других стран Европы и Европейского Союза, в частности, в Болгарии, скажем? Вы знаете, по-разному, по-разному. Где-то Россия влияет через бизнес, где-то влияет через СМИ. В частности, используются вот эти исторические параллели, что вековая дружба. Извините, СМИ для болгарских зрителей, СМИ – это средства массовой информации или медии, как мы говорим на болгарском. Продолжите, извиняюсь. Да. Значит, эти исторические параллели в Болгарии это особенно используются. Там вот единоверие и так далее и тому подобное. Вот, к сожалению, так. То есть некоторые властные круги в России очень хотели бы, чтобы болгары помнили 1878 год, но забыли войну капитана. Да, русско-турецкая война 1878 год. Но тогда, может быть, вернемся немножко назад в историю, но тогда мое личное мнение такое. Интересы русской империи тогда были на любую цену добраться до, конечно, получить реванш на Крымскую войну и добраться до Босфора и других проливов. Конечно. Да. Вам повезло, что у вас не было общей границы с Россией, потому что у вас не было общей границы с Россией. Да. Нет, да, вы понимаете, это не так смешно, потому что мы были такими же единоверными. В итоге у нас в 1801 году было ликвидировано царство, чего не делали даже турки. А в 1810 году была ликвидирована патриархия. И автокефалия грузинской церкви закончена. Поэтому у нас было ликвидировано целых два престола. Патриарший и царский. В этом плане, я говорю, вам повезло, но у вас не было общей границы. Да, не было. Независимо от того, что болгарская коммунистическая партия имела такие планы сделать Болгарию 16-й республикой Советского Союза. Может быть, вам это неизвестно. Да, это было, но скажу так. В общем-то, в плане мировой революции было то, что все республики, в том числе все страны, должны были стать единой частью большой Советской империи. Так что тут, человек располагает, а Бог. Человек предполагает, а Бог располагает, как говорится. Так называемый экспорт революции. Да. Экспорт революции, который продолжался вплоть до конца Советского Союза. И мы подошли к сегодняшнему дню. Что происходит со вчерашнего дня и сегодня в Грузии, в грузинской столице Тбилиси и в Грузии? В грузинской столице происходит массовый протест. Сегодня он гораздо более массовый, чем был вчера. Да. И это протест ответ на те действия властей, которые, в общем-то, не укладывались ни в какую... Ну, нужно хорошо понимать, что грузины очень легко и реагируют на бытовые неудобства, на то, что на газ подняли цены и так далее. Там лари упал, цены поднялись. Но если жители Грузии оскорбляют достоинство, это...
это очень тяжело потом оборачивается для властей. Вчера оскорбили наши достоинства. Вчера человек, который не признает территориальную целостность и суверенитет Грузии, не признает нашу страну, оказался в кресле спикера парламента. Причем он оказался в кресле спикера парламента под личиной, что мы все православные, и поэтому Грузия должна смириться с тем, что у нее оккупировали территории, что у Грузии полмиллиона беженцев, полмиллиона людей, которые не могут вернуться в свои дома, полмиллиона людей, которые не могут посещать на Пасху могилы своих близких. Вот с этим совсем мы должны смириться только потому, что Россия себя называет православной. Извините. Да. А он сел или тоже сказал что-то, что возбудило грузинских граждан? Он сел, и этого уже было достаточно. В кресле спикера парламента человек, который позиционирует себя как враг Грузии, это мы восприняли очень многие в Грузии. Подавляющее большинство жителей Грузии восприняло как личное оскорбление. И власти это сразу поняли. Власти сразу же начали извиняться, но было уже поздно. Да, понимаю. А партия грузинско-российского бизнесмена Бедзина Иванишвили, то, что я знаю, мне кажется, что после 2008 года, война, последняя война, он и его партия, и этот процесс, кажется, усиливается после 2016 года, пытается восстановить нормальные экономические и политические отношения с Российской Федерацией, независимо от оккупации. Это правильно? Тут нужно хорошо понимать, что Иванишвили не... Да, его капиталы происхождения российского, но Иванишвили, он транснациональный миллиардер. Его основные активы – это Франция и Соединенные Штаты. Он полностью зависит от Соединенных Штатов и от Запада. От России у него тоже есть зависимости, поэтому там есть серьезная группа влияния внутри власти. Но говорить о том, что Бедзина Иванишвили исключительно российский миллиардер, нет, сказать это нельзя, потому что это неправильно. Нет, это, вы знаете, это общее место, общая ошибка, которую многие допускают. Иванишвили это миллиардер, который, в общем-то, связан со всеми мировыми центрами. 6 с лишним миллиардов у него состояние. Но политика Иванишвили была следующая, что мы сейчас будем развивать экономику. Естественно, никаких политических связей речи быть не может, потому что между Россией и Грузией существуют только два противоречия. Два. Всего две проблемы. Это Абхазия, Абхазия и так называемая Южная Осетия. Пока эти две проблемы не будут решены, не будут ни дипломатических отношений, ни политических связей. У нас очень четкая позиция. Мы максимально открыты и благожелательны ко всем гражданам Российской Федерации. Гражданам, простым рядовым людям. В Грузии хорошо относятся к русским. Мы с врагами страны, которые оккупировали нашу государство. То есть максимальная непримиримость с государственной властью Российской Федерации сегодняшней. Это та формула, по которой мы живем с 2008 года и будем жить дальше. Люди, россияне, граждане России, пожалуйста, мы готовы общаться, при том, что вы уважаете нашу территориальную целостность, наш суверенитет, наши традиции, нашу историю. Ровно так же, как мы готовы уважать историю всех народов. Понимаю. Власти, которые оккупируют... Нет, с ними нет. Пока не оккупируют, мы с удовольствием будем дружить с Россией и с кем угодно. Да, понимаю. А вы согласитесь со мною, у меня есть такое наблюдение, что Российская Федерация, Кремль, старается, как это, около своей территории как огород поставить, не огород, а забор поставить, дестабилизируя все свои страны, которые директно имеют прямую границу с Европейским Союзом, с западными странами. Молдова, Грузия, Украина, Азербайджан и так далее. Украина тоже, да. Вы согласны с этим? Вы понимаете, в чем дело? Да, я согласен, и это очень, скажем так, это очень недальновидная политика, которая прежде всего бьет по Российской Федерации. Ведь если бы не было бы всех этих проблем, у той же Российской Федерации было бы гораздо больше и международный авторитет, и возможности международного сотрудничества. И скажу прямо, в той же Грузии у того же российского бизнеса было бы гораздо больше возможностей и гораздо больше... А так как
Вот эта политика происходит, естественно, это вызывает полное отторжение, потому что, ну, так нельзя. Это не по-человечески. Так нельзя, да. А можем ли мы сказать, что эта политика Российской Федерации целенасочно дестабилизирует все страны бывшего Советского Союза, которые сейчас стремятся к близкими отношениями с Европейским Союзом и даже в случае Грузии и Украины членство в НАТО? И не только эти страны. Мы можем сказать, что эта политика Российской Федерации ведет к дестабилизации тех стран, которые уже являются членами Европейского Союза и НАТО. Есть и такое, что как Болгария. Поэтому, да, как Болгария. Поэтому это большая проблема. На самом-то деле это большая проблема, которую многие не понимают и не осознают. Но это проблема, с которой можно один раз проснуться, и вы обнаружите, что у страны очень большие, очень большие трудности, очень большие проблемы. Понимаете, в чем дело? Европейский Союз можно ругать. Европейский Союз может быть какой угодно, плохой, такой-сякой. Просто лучше него пока ничего нет. Это факт. А политика России, она направлена на дестабилизацию. Что Россия предлагает взамен? Давайте об этом подумаем. Евразийский союз. Я сам против очень многих регуляций, против очень многого того, что есть в Европейском Союзе. Но еще раз говорю, альтернатива какая? Алло. Я не могу ответить. Алло. Вас слышу, но не могу. Да, мы слышимся. Нормальная связь. Алло. Да, я вас слышу. К сожалению, прерывается. Не, у меня нормально. Вот так вот, такие вот дела, да. Понимаю, да. И, может быть, последний вопрос. В грузинском парламенте, если я правильно помню, там три основные силы. Партия Бедзина Иванишвили и другие две патриоты. Вопрос мой о патриотах. Там 5 или 6 мандатов они выиграли на выборах. 5 или 6, не помню, сколько точно было. 5. Бедзина им дал выиграть на выборах. Он им Иванишвили дал. Им дал то выиграть есть, на выборах, да. Понимаю. Можем ли тогда делать параллелы между болгарскими так называемыми патриотами, которые в своей сущности обслуживают российские геополитические интересы, почти без исключений? В своей политике Кремль обычно использует патриотическую тему всегда. Да. И патриоты у нас, например, уже стало, вот альянс патриотов, это ругательное слово вообще. Но, насколько я знаю, у вас там объединение партии среди патриотического блока, и там не все промосковские. Там есть промосковские, и есть, которые не совсем промосковские. Не хотя очень, я могу ошибаться. Да, не очень... Нет, не ошибайтесь, все очень хорошо даже понимаете. Да, но просто-напросто нужно хорошо понимать, что так называемые патриоты, вот те, которые промосковские и у нас, и у вас, они патриоты своего, даже не России, нет. Они патриоты своего кармана. Мы все не против того, чтобы зарабатывать, но ведь, понимаете, важно, как ты зарабатываешь. И важно, когда ты каждый день бреешься, мужчина, смотришь в зеркало, чтобы не было стыдно смотреть в зеркало, когда ты бреешься. Что должны болгары знать, потому что он был в Болгарии тоже, Сергей Гаврилов. Что нам надо знать об этом российском депутате? Он православный коммунист. Этого уже достаточно. Да, окей, понимаю. Ну, большое спасибо, Гела, за то, что вы приняли мое приглашение. Всего хорошего вам и успехов. Всего доброго. Да, и я надеюсь, что все будет нормально там и все эти 305 человек полиция освободит. И успехов желаю вас. Успех. Спасибо большое. Взаимно, взаимно. Всего доброго. Удачи. Спасибо. Всей Болгарии. Спасибо.